Около 5000 пиратских дисков изъято сотрудниками финансовой полиции. В Караганде пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась реализацией контрафактных дисков на протяжении 2 лет. Как оказалось, подпольный цех располагался в квартире у одного из подозреваемых, где с помощью специальной техники изготавливали пиратскую продукцию. Там же и осуществлялась комплектация и упаковка дисков, а также дальнейшая реализация в торговой точке города. Таких в городе насчитали 7, все они теперь прикрыты. Кроме того, у преступников изъяли 5 цветных принтеров и 9 DVD-записывающих устройств. Ущерб, причиненный правообладателям, уточняется. 19 сентября текущего года в отношении всех 3 участников УПГ было возбуждено уголовное дело по статье 184 Уголовного кодекса Республики Казахстан за организацию подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции. 20 октября в отношении организатора ОПГ возбуждено уголовное дело по статье 235 части 1 УК РК за создание и руководство организованной преступной группой. Также в отношении одного из соучастников по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело по части 2 за участие в организованной преступной группе. В настоящее время санкции суда один из обвиняемых арестован.